Переписка — это измена. Особенно, когда тебе говорят, да ничего серьезного, это просто переписка, забей. Нет, в отношении двух людей не может быть никого третьего. Все начинается с малого. Ты считаешь себя верным и просто поставил лайк. Получил взаимный, ничего не значащая переписка, легкий флирт, предложение попить кофе, согласие на это предложение. И вот ты уже вонзаешься. Банальная схема, которая рушит семьи. И что самое интересное, ведь изначально, искренне, действительно, не было цели изменять. Как этого избежать? Только осознанный выбор. Вокруг всегда будет много молодых и красивых женщин. Но когда я выбираю любить одну женщину, для всех остальных мое сердце будет автоматически закрыто. Да, иметь множество баб круто, но что действительно круто, это иметь одну женщину, которая полностью в тебе уверена и знает, что из тысячи любых других женщин ты выберешь только ее. И это великая ценность.